Приветствую вас, уважаемые геймеры, вы смотрите программу «Бонус», меня зовут Сидоров, и это рубрика «Компьютерные игры». Мне очень хочется начинать рубрику с извинений, но поскольку я еще не подвержен острым приступам звездной болезни, основными признаками которой являются абсолютная уверенность в собственной правоте, непогрешимости и безупречности, то я вынужден извиниться перед нашими телезрителями за неверную информацию относительно игры «Секретные материалы», которая, как оказывается, вышла уже давно. Кроме того, агенты Малдер и Скали в ней почти не фигурируют. Сама же игра размещается на 7 компакт-дисках, что делает ее приобретение абсолютно невозможным. На сей нелегкий поступок меня толкнуло письмо нашего бдительного зрителя, именующего себя Адель Сачков Про, который после долгого перерыва вновь подал признаки жизни, чем несказанно порадовал вашего покорного слугу, то есть меня. Также хотел бы сразу ответить на письма многих наших телезрителей, которые спрашивают, что конкретно нужно сделать там-то, там-то и там-то, на углу такого-то перекрестка, такой-то игры, и вообще, что там в таком конце, сколько видов оружия и тому подобное. К большому своему сожалению, я не могу всегда ответить на такие вопросы. Во-первых, вопреки сформировавшемуся мнению, играть в игры круглые сутки напролет у нас просто нет возможности. Не говоря уже о том, чтобы проходить их все до конца. Во-вторых, в связи с последними событиями, поток информации, который я черпал из сети интернет, весьма ограничен, а приобретать цветастые красочные журналы, которые, судя по цене, печатаются вручную и оформляются элитными парижскими фотодизайнерами, для нашей программы непозволительная роскошь. Так что простите нас за некоторые погрешности, которые мы постараемся все-таки не допускать. И тем не менее, несмотря ни на что, я буду делать все возможное, чтобы знакомить вас с последними новостями и событиями компьютерного мира и мира электронных развлечений вообще. Недавно я получил довольно интересное письмо. Интерес его состоял в том, что размещено оно было на одной дискете, содержимое которой мне так и не удалось узнать. Пользуясь случаем, прошу всех писать письма в более доступной форме, так как даром ясновидящего я пока не наделен. Вот после такого не совсем приятного и тем не менее неизбежного вступления я позволю себе перейти к основной части программы, то есть к компьютерным играм. Игра, о которой сегодня пойдет речь, называется Might and Magic 6 – The Mandate of Heaven, что можно перевести как «Сила и магия, часть 6 – Воля небес». Действие игры разворачивается в сказочном мире, которому угрожает опасность, и справиться с ней может только горстка смельчаков, наделенных различными особенностями. Более взрослые представители играющей части человечества помнят серию ролевых игр от New World Computing, которая называется Might and Magic. Однако все они, как правило, отличались друг от друга только сюжетом. В нынешней изменилось практически все. Осталось неизменным лишь количество героев, их как всегда четверо. Вы начинаете свой путь в городе, где вам первым делом нужно показать письмо одному из местных жителей по имени Андовер Бадбелло, который сидит в трактире. За продемонстрированное письмо он выплатит вам небольшую сумму в золоте. Попросит вас выполнить для него задание. Сущий пустяк, принести из проклятого храма Ба какой-то канделябр. За успешное выполнение нового поручения вас ждет более серьезное вознаграждение. Однако Андовер не единственный житель, который может озадачить вас. Например, старушка, живущая неподалеку, обещает вознаградить, если вы найдете ее дочь, которая по счастливому совпадению также потерялась в проклятом храме. Я советую вам не идти на поводу у жажды наживы и не срываться на всех парах в этот храм. Для начала лучше прогуляться по городу и осмотреться. Первым делом нужно выяснить, где живут различные мастера. Вам понадобятся услуги кузнеца, мастера-оружейника, знахаря и так далее. Кроме ремесленников, в городе есть различные гильдии. Зайдя в задание такой гильдии, вы можете повысить боевой, магический и интеллектуальный уровень своей дружины. В маленьких домах живут специалисты-одиночки. Эти люди также могут быть вам полезны, потому что некоторые из них могут сделать вас членами какой-нибудь гильдии, и вам станут доступны все ее профессиональные секреты. Особенное место в игре отведено различным источникам. Многие фонтаны и колодцы помогают вашим героям восстанавливать силы. Также очень полезно знать, где находится церковь. Как правило, больниц в те времена не было, и одиноким странникам приходилось полагаться на свои силы и волю Божью. Тем не менее, в игре священники очень неплохо справляются с ролью докторов. Поэтому, как только вы, получив несколько ударов мечом по голове, почувствуете недомогание, немедленно оставляете поле брани и бегом в церковь. Там за умеренную плату вас приведут в божеский во всех смыслах вид, после чего вы снова сможете немного подраться. Кстати, враги, как правило, терпеливо ждут вас на том месте, где вы их оставили, или идут прямо к церкви, что избавляет вас от необходимости бегать туда-сюда. Каждый из врагов носит с собой небольшую сумму наличными, которую после его кончины можно смело прикарманить. В начале игры вы можете создать своих персонажей, как это определяют законы жанра. Каждый из них обладает большим количеством индивидуальных качеств, которые вы можете менять. Кроме этого, вы можете сменить и внешность героя, если та, что уже есть, не внушает вам доверия. Если вы вообще не хотите разбираться во всех характеристиках персонажа, то можно нажать кнопку Quick Start, и компьютер подберет вам группу товарищей по своему усмотрению. Кроме четверых персонажей, вы можете пополнить свой отряд теми, кто встретится вам по дороге.
По сравнению с предыдущими версиями игры, нынешний сказочный мир стал больше в 10 раз. Он содержит более 500 персонажей и около 200 монстров. Так что вам понадобится не один месяц, если вы решите пройти ее до конца. Кстати, каждая игра сериала Might and Magic ежегодно получала приз года по той или иной номинации на выставке E3. За годы существования сериала было продано более 3,5 миллионов копий. Игру, о которой мы говорим сегодня, также можно смело назвать украшением жанра ролевых игр. Я желаю вам успешно пройти ее всю от начала и до конца, и удачи вам. Return, brave ones. I am certain we will meet again. Я надеюсь, что когда этот выпуск выйдет в эфир, на казанских прилавках появится еще одно нетленное творение фирмы New World Computing — «Герои меча и магии. Третья часть», в которой обещано разрешение 800x600, 16-битная графика, а также 8 типов новых городов. Кроме этого, будет добавлено 16 типов новых героев, 118 типов монстров, огромное число артефактов, включая комбинированные артефакты, заклятия и многое другое. Также будет реализована возможность управления персонажами. За время существования игры ее тираж уже превысил 500 тысяч копий. Я надеюсь, что хотя бы часть этих копий перевалит и в Казань.